Судно на солнечных батареях отправилось из Парижа в кругосветное путешествие. Формально оно уже началось, во французской столице была первая остановка, всего таких будет около 100. Но в Париже ученые завершали последние приготовления, проверяли технику на борту, отчет о томоплавании начался именно здесь. 6 лет, как предполагается, продлится кругосветка. Судно Energy Observer — это отреставрированный спортивный катамаран. Он был построен в 1983 году, и после успешной спортивной карьеры его решено было отреставрировать и создать судно хай-тек. Оно полностью функционирует за счет возобновляемых источников энергии, ветра, солнца и водорода. На борту установлены солнечные панели и ветровые генераторы, а также электролизер. Это инновационная установка, которая будет выделять и использовать водород, когда остальные источники солнца и ветер недоступны. Итак, впереди 6 лет плавания и 50 стран, где путешественники намерены сделать остановку.